Всем привет! И сегодня у нас бюджетный косплей на смешариков. Кто впервые на подобных роликах на моем канале, мы с моими друзьями пытаемся перевоплотиться в различных персонажей поп-культуры. Но не так, чтобы один в один было, а по-нашему. По-бюджетному. Ну и сегодня мы перевоплощаемся в персонажей мультиков «Смешарики». Перевоплощение начинается. Ну и я, ежик. Похоже, скажи. Это идеально. Женя Копатыч. Полина Крош. Крошиха. Крош, это ты? У меня выросла морковка тут. Но перед началом пародии подписывайтесь. И не забывайте поставить лайк, если вам понравится видео. Так мы поймем, снимать ли еще подобные пародии. Ролики, если что, снимали еще 9 месяцев назад. Просто руки только сейчас дошли. Всем привет. Мы перевоплотились в смешариков. Всем здравствуйте. Как вы думаете, кто это? Кто это, а кто вот это? И пишите в комментариях, кто вам больше всего нравится. Я! Полина лучше, хэштег Полина лучше. Всегда. Да это моя морковка. Ты ее породил, она тебя и убьет. Что-то мне поплохело. Я не могу перестать думать, что это усы у тебя, а не губа. Как будто этот, богемская рапсодия чья? Фредди Меркьюри. Фредди Меркьюри. Вот смотри, подожди, давай покажем, просто она не понимает, как это выглядит. Они издеваются, да, помогите, пожалуйста. А вот встаньте сейчас надо мной, как вы стояли вот с камерой. Вот встаньте. Я сижу тут, они сидят и ржут просто надо мной. Вот представьте, что вот над вами так усы ржут. Усы. Улыбка смешная. Притом не нарисованная. Мама! У него тоже зубы, кстати, выпирали немножко. Ну спой что-то. Ну спой. Карабуш, карабуш. Ну спой что-нибудь. I don't wanna die. Я тебе микрофон нашел. Иди отсюда. All around me your familiar faces. Worn out places. Ой, знаешь, что сделать? Worn out faces. There's a daily race. Going nowhere. Антон, открывай рот. Помогите. Помогите. Ребят, я вроде как Копатыч выгляжу, а потом такой. Это еще не все. А что еще? Шарики. В общем, это не конечное перевоплощение. Мы сейчас еще будем перевоплощаться с помощью... Шарики. Да. Поскольку мы не круглые, вот, допустим, ну вот это вот разве Крош, разве это смешарик, это какой-то смедрыщ. Что? Смедрыщ. Смедрыщ. Собственно, мы купили воздушные шарики, и сейчас мы с помощью воздушных шариков будем облепливаться и выглядит уже как шарик. Ну почти, это должно было быть эффект, но не получилось. В общем, теперь наша основная цель это взять, смотать эти все шарики и стать наконец-то шарами. А что ты сейчас будешь делать без очков, а? Кто ты без очков вообще? Скажи, кто ты без очков? Ой, мой миллиардер. Шар. Ну что, мы похожи? Мы смешарики. В общем, наша сегодняшняя цель — повторить некоторые фрагменты из мультика. Мы повыбирали там кое-какие смешные и хотим их сделать полностью. Возможно, еще пофотографироваться, какие-то там фотки классные найти. В общем, вот так вот. Капец на Кроша похожа. Очень. Да? Да. Друзьяшки. Я вам сейчас покажу, что такое веселая гармония. Давай, давай, камон, камон. Давай, давай. Короче, это наш первый момент. Сейчас будет весело. Кадр один, двое, один. Я сейчас вам покажу, что такое веселая гармония.
Распался. Что за мне завтра? Поплохе. У тебя опять молекула отвалилась. Сзади. Сзади? Сейчас я вам покажу, что такое. Веселая гармонь. Сыграть пилотов. Шей. Да, мы по паровозикам должны выйти из кадра. Паровозик. Come on. И Оскар за самый убогий спектакль получает. Я же испортил. Могло бы быть лучше. Мы, короче, знаете, ребят, очень частый вопрос к блогерам. А вот YouTube закроют, что вы делать будете? Давай, come on. Baby shark, давай. А можешь, baby shark, как наша вот эта молодость. Да, baby shark. Когда YouTube еще был. Baby shark, давай. Дорогие соседи, пожалуйста, простите. Дорогие соседи. Всем спасибо, что она записана, идем дальше. Камон! Как учили в школе? Спасибо, с первого дубля снято. Далеко, ну за. Кадр брейкдам, дубль один. Крутися. Какашка. Фристайл! Камон! Вот так вот, отойди, подожди, сколько. Давай! Кер! Бракон Манкантон! Стрейк фром до чарка Матон! Легенда ночной Москвы. Сцена снята. Смотрим, как получилось. Я вам сейчас покажу, что такое веселая гармония. Давай, камон! Давай! Клеится ко мне. Ёжик и Крош, мой новый шип. Крожик. Ого! Куда ты ползёшь? Мечта сбудется тогда. Две сиськи вырастут, и три тоже вырастут. Я больше не танцую. Курица, сыр, ананас. Этот бит качает вас. Только в стиле диско. Ну а теперь мы начинаем повторение фотографий. И первый у нас будет Копатыч. Первый вот такой. Типа ты такой идешь. Вот так вот, немножко. Нога вот здесь. Иду. Школьный альбом. Все пришли как люди, а Женя как всегда. Ну, короче, смотри. Делай со звуком прямо вот так вот. Поза и такой. Давай. Танцор диско. И вот что у нас получилось. После пафосного и охающего Копатыча мы решили взять вот такую вот милашную фотку. Смотри, сейчас самая интересная фотка. Так, нам нужно что, кусты достать? Дай. Капец, у тебя лицо похоже. Давай. Капец, ты похож. Я думаю, было. Ой, блин.
Это грифово. Мы тогда справились, модель. Прямо модель. А вот и результат. Сейчас уже на очереди Крош. И для первой фотки мы взяли этого упорыша. Камон! И глаза в разные стороны. Я не могу в разные стороны, что я тебя понимаю, что ли? Ёжик, Крош. Помогите. Не помогайте. Помогите. Фотка уже! Так, давай. Глаза в разные стороны. Да как ты сделаешь? Как? Сейчас! Давай, в разные стороны так типа. Скажи, как? Ты косишь в нос. А, да? Ладно. Да ладно, все люди умеют так в разные стороны делать глаза. У тебя молекула отпала. Так, мы сделали все, что смогли. Пишите в комментарии, как вам. Это касается, кстати, всех фоток. Ну и теперь после страшной фотки, конечно же, берем милашную и повторяем ее. Так, давай. Вот так. Глаза открой, открой пошире, как у смешариков, да. Глаза шире, еще шире. Вот что у нас вышло. Ну и на очереди я, ёжик. Но, к сожалению, нет. Файлы, которые мы записали, тупо удалились, поэтому извините. На этом мои полномочия все. Ролик кончился. Не забывайте ставить лайки, потому что нас это мотивирует снимать еще пародии. Спасибо большое за просмотр и смотрите другие наши пародии на Ривердейл и Сумерки. Пока-пока-пока.